Новая ведущая шоу «Ревизора» Ольга Романовская готовится к конфликтам и дракам во время съемок программы. Девушка откровенно признается, что первые проверки заведений давались ей нелегко, но она быстро осваивается в новой роли. Новый сезон шоу «Ревизора» стартует уже в этом месяце, и, как известно, на экранах зрители больше не увидят Лены Летущей. В программе ее сменила экс-участница группы «Виагра» Ольга Романовская. Заметим, зрители не торопятся перебегать на ее сторону. Более того, многие решили устроить бойкот новой ведущей. В интернете стал популярным хэштег «Верните Елену Летущую». А что вы думаете о такой смене и о новой телеведущей? Ждем ваши ответы в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!